Роботы выйдут на железнодорожные переезды. Первый опыт общения человека и умной машины опробовали на заусадебной улице. Героем акции стал Сёма Семафор. Он хоть и не без помощи человека, сообщил водителям об опасности, поджидающей на переездах. Уже было выявлено более 1200 нарушений. И целых 5 транспортно-дорожных происшествий на переездах. Единственной причиной ДТП на переездах, по словам специалистов, является несоблюдение правил. Но профилактическая работа с водителями дает результаты. Данная акция она дает свой эффект положительный. И водители воспринимают информацию, которую им преподносят, и адекватно на нее реагируют. Организаторы уверены, встречу с таким персонажем на дороге водитель запомнит надолго. Сёма отлично зарекомендовал себя на новом месте работы и будет вновь помогать сотрудникам РЖД 10 июня. Международный день безопасности на железнодорожных переездах.